Физкульт, привет, друзья и ученики. Хочу показать вам раунд сравнительного позирования между Седриком Макмиллоном и Далласом Маккарвером на Арнольд Классик 2017. Вживую мероприятие я имел счастье наблюдать. Хочу показать вам, когда раунд еще не выявил чемпиона, но все мы, конечно же, понимали, что отдадут первое место Седрику. Хотя я болел, скажу откровенно, за Далласа. И вживую, когда я все это смотрел, мне казалось, что Даллас превосходит Седрика. Конечно, понятно, что опыт и возраст сыграли тоже свою роль. Но именно поэтому я хочу, чтобы вы сами посмотрели на все это и дали свою оценку. Кто вы считаете достоин первого места больше? Седрик или Даллас? Я понимаю, что это вопрос совершенно такого же плана, как и вопрос о том, кто более достоин титула мистера Олимпия между Филом и Каем Грином. Друзья, оставляйте свои замечания в комментариях. Side chest. Back double bicep. Side tricep. Abdominals and thighs. Your favorite, most muscular. Thank you, gentlemen. This concludes the round. Back to you, Lonnie.